Итак, приступаем к приготовлению нашего яблочного пирога. Для этого нам понадобится 250 грамм творога, 300 грамм уже очищенных яблок, упаковочка ванилина, чайная ложечка разрыхлителя, 4 яйца, 50 грамм пшеничной муки, 50 грамм кукурузной муки. Так, приступаем к приготовлению. Творог нам нужен такой вот рассыпчатый. Сначала я буду взбивать яйца. Так, о, яйца у нас взбились. Теперь берем нашу муку, всыпаем сюда чайную ложечку разрыхлителя. Такой без горочки. Всыпаем сюда полностью упаковку ванильного сахара. Пирог я делаю без сахара, на желание можно добавить по вкусу сахар или сахарозаменитель. Вот, все перемешиваем. Так. Смесь готова. Теперь переливаем наши взбитые яйца в творог. Перемешиваем. Так, теперь сюда добавляем нашу смесь муки, ванилина и разрыхлителя. Так, наше тесто готово. Переваливаем его теперь в форму для выпекания. Так, форму я немного смажу маслом. На всякий пожарный, чтобы не прилипло тесто к форме. Приваливаем сюда тесто наше. Распределяем тесто равномерно по форме. Теперь будем нарезать наши яблочки и выкладывать их параллельно в нашу формочку, на наше тесто. Наш пирог готов. Теперь я его ставлю в духовку
буду выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Мой яблочный пирог уже готов. Ему понадобилось ровно час в духовке. Через 40 минут я прибавила температуру до 200 градусов. Вот такой вот он получился. Так вот выглядит уже нарезанный пирог. Выглядит очень аппетитно. И на вкус тоже получился очень довольно-таки вкусный. Сахара в нем нету. Но от яблочек как бы пирог все равно получился довольно-таки для меня сладкий.